Пришла посылка с AliExpress, заказывал зарядное устройство и два аккумулятора к фотоаппарату. Сейчас откроем, посмотрим, в каком состоянии и комплектность. Вот такая коробочка, слегка помятая. Made in China. Открываем. Это у нас для уплотнения товара. Это, я так понимаю, само зарядное устройство. Вот в такой коробке небольшой. Так. И два аккумулятора. Один и второй. Тут все по-английски, made in China, made in China. Сейчас откроем. В коробочке идет аккумулятор такой вот пупырки. Так, это один и второй. Три 7 вольта. Ну. Аккумуляторы целые, на вид. Открываем зарядное. Так, это сетевой шнур. USB разъем. И сама зарядка, зарядное устройство. Два слота для аккумулятора. И два индикатора уровня заряда. Первый и второй. Ну, так вот оно, наверное, вставляется. Так. Раз, два. Ну, сейчас проверим, включим. Здесь два входа под один разъем и под другой. У меня вот этот. Загорелись индикаторы заряда. Пока непонятно, как они работают. То ли они заряжены уже, то ли попробую другой стороной батарейки вставить. Не той стороной вставил. Ну, в общем, вот пошла зарядка.
Выходит так, что аккумуляторы не заряжены. Так, итак, вот новый китайский аккумулятор, точно такой же модели, как вот этот вот оригинальный. Оригинал что-то совсем недолго проработал. Недолго заряд держит. Ну, в общем, смотрим, сколько будет заряжаться. В общем, вот такое зарядное устройство. Небольшое, компактное. Аккумуляторы хорошо держатся внутри. Так что будем пользоваться.